она какая красавица. Маленькая-маленькая, потом растет по часам. Сюжет о сказочной тыкве мы сняли в начале сентября. Именно тогда на нашу телекомпанию позвонила Александра Самсонова. Мы приехали к ней на огород и убедились сами. Плод вырос гигантский, почти 40 сантиметров в диаметре. Женщина тогда рассказала нашему корреспонденту, что за тыквами почти не ухаживала. Поливала всего два раза при посадке и когда проклюнулись первые ростки. Все остальное сделала природа. Никогда не было такой. Это самая-самая большая. Самая большая, такой никогда не было. Вот им были много, вот такая, там тоже есть, вот там тоже такая же. Ну а это одна, единственная, так выросла. Спонсоры проекта, руководство компании «Зеленая линия» отдало победу Александре Яковлевне не случайно. Больше всего их поразило то, что в свои 80 с хвостиком пенсионерка находит силы содержать огород, да еще и делает рекорды. В награду победительнице привезли парник. Александра Яковлевна, поздравляю вас с победой в конкурсе. От компании «Зеленая линия» хотим подарить вам парник «Хлебница номер 2». Ну и еще раз здоровья вам. Спасибо вам большое. И побольше таких хороших урожаев у вас. Подарок удачница обрадовалась, отмечает вещь нужная. И в следующем году она обязательно поставит парник на своем участке. Несмотря на то, что только-только собрала весь урожай, женщина уже строит планы на следующий год. Говорит, без огорода никуда. Как жить без огорода? Как жить без земли? Это же кормилица наша. И все. Проект «Вот это урожай» проходил с июля по сентябрь. Участие в нем приняли десятки канских дачников и огородников. Анастасия Мосина, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.